Я могу в ответ только скандировать вам: ребята, просто это избирательная... Я рад, что я сейчас, наконец-то, после этих 22 митингов, я получил полное право на этот браслет и полное право быть частью команды Навального. Спасибо большое. Мы уже совсем близки к этой финишной прямой. Совсем финишная прямая начинается последние две недели. Мы хорошо поработали, мы уже немножко устали. Я, честно говоря, сегодня первый раз просил у штаба, чтобы мне дали один день выходного, они мне не дали. Окей, я буду работать без выходного. Но мы готовимся к тому, чтобы выйти на финишную прямую. Давайте соберем силы. Мы видим, что наши рейтинги растут. Мы можем победить. Ура! Спасибо. Да, еще у нас раздача футбола. У нас по традиции, по нашей традиции, которая сейчас на втором мероприятии, мы хотим поздравить и подарить футболки нашим супер-мега-главным кубистам. Вызываем их. Все хотят футболки. Так, это у нас Дмитрий Брянцев, пожалуйста. Так, извините, как обычно, техническая накладка. Волков, тогда ты говори. Михаил Морозов и Виталий Наконечников. Михаил заявил за прошедшую неделю 6 кубов, а Виталий 5. Видимо, иногда по 2 в день. Это был мой 12-й куб. На самом деле мы придумаем другие номинации тоже. Никто не уйдет обиженным. Так победим. Я просто поставил свой клуб. И в один день я решил не расходиться. Я в этот клуб сяду и буду сидеть. А когда все закончится, мы сложим из этих кубов мавзолей для Путина! Это круто! Я думаю, пробовал в этот момент. Нужно помнить, что нужно, конечно, не просто сидеть в клубе, но периодически выдавать из него листовки. Скажешь пару слов? Ну, мы решили с женой сначала 3 куба в неделю делать. Потом подумали, мало. 4. В общем, 6. Ладно. Потерп, месяц всего. Спасибо большое, вы огромные молодцы, мы равняемся на вас. Спасибо. Ну что, продолжаем дальше неформально отдыхать, веселиться. Спасибо большое.